Принято решение о настройке в виде реконструкции третьего этажа основного здания поликлиники «Новый СИР» для разгрузки по площадям основного здания. При возведении третьего этажа туда будет переведено педиатрическое отделение с отдельным входом. На сегодняшний день идет процесс проектирования, правда, с опозданием небольшим. Объявлены конкурсы на ремонты кровли уже, вернее, организацию кровли, вентилируемый фасад и другие работы. В настоящий момент идет процесс по конкурсу на отделочную работу третьего этажа. Задача до ноября месяца, независимо от отставания по проектированию, третий этаж к ноябрю месяцу поставить. Это мы сделаем обязательно. Он будет из деревянного каркасного домостроения, так называемого, каркасной панели. Они специально обработаны, специально защитными слоями. Есть заключение НИИ МЧС России в городе Москве, заключение, где говорится, конкретно по зданию поликлиники номер 7 использование данных конструкций непосредственно поликлиники номер 7 по Октябрьскому 45, где написано в заключении, что данные конструкции могут использоваться, класс горючести 2 могут использоваться при возведении и реконструкции здания поликлиники номер 7.